санкции, я их просто не ощущаю. Я считаю, что наша страна, она очень большая, она очень великая, и она очень самодостаточная. И если такие есть проблемы во внешней политике, нужно просто укрепить внутреннюю политику. Просто сделать любой организм самодостаточным. Вести переговоры с теми, кто готов с нами дружить, и просто не общаться с теми, кто не готов. Все просто. Просто укрепить наши позиции внутри. Если это продовольствие, то больше выращивать того, что мы раньше закупали. Если какие-то товары, больше производить. Мы ведь большая, могучая страна. Все просто.